Сегодня у нас день военно-морского флота, 29 число. Я вот в моем мейлинге приготовила себе ужин. В общем, я кушаю, загружаю видео на мою страницу Фейсбука, по которой вы меня смотрите. 23 часа, 22 минуты, 29.07.2018. Это вот видео, как я ходила по территории кооператива «Марина». Тут вышла, думаю, прогуляюсь я к морям, к заливу. В общем, вот так вот. В общем, смотрите, это видео я загружаю на мою страницу. Также я кушаю. В общем, приготовила себе. Это вот мои продукты в моем холодильнике. В общем, приготовила себе я ужин. Так что вот, вот такие вот дела. Я в моем эллинге. Петергоф, Менделеевская, дом 1, литера М. Дом 9В, эллинг 24. Вот. Так что вот, такие вот дела. Такие вот дела. Так что кушаю. Вот. Кушаю, загружаю видео. Матилечка уже покушала. Так что вот, вот такие вот дела. Даже не знаю, кто-то, знаете, думает, вот сходила, погуляла, прям кто-то думает, наверное, что этот Перри. Так счастливо эти годы прожил, а мы что, лохи, что ли? Чего она вообще? Ну, вы понимаете, да? Ну вот, в общем, как говорится, что к чему и почему, но там можно будет посмотреть. В общем, я-то, в общем, как вам сказать, точно вам сказать не могу, но там можно будет, наверное, посмотреть по поводу того, что я вот уже сказала. Ну вот, да, наверное, в этом финансовом эквиваленте. Вы понимаете, да? В финансовом эквиваленте. Вот. Так что вот такие вот дела. Так что вот. И поэтому, вы знаете что? При всей моей наивности... Вообще, вот так вот мне говорят, я, конечно, вот так вот верю. Знаете, когда вот говорят, так хочется верить. В общем, как-то вот так вот. Но теперь приходится вот так вот говорят. Я что-то такое слушаю. Уже, конечно, делаю так, как я считаю нужным. Вы понимаете, да? Получается, что... Так вот послушаю. Думаю, ой. В общем, такое скажут. И только уши развешивая, скажут. Кстати, вот этим маслом, я натирала мое тело. Обратите внимание, оливковое хорошее масло. Также я добавляю его. Я кушаю его с салатом. А так я все в Америке любила, там все книжки читаю, дома там огромное количество там времени, там то в гамаке, то дома, в общем, надо было очень много что прочитать, узнать. Так что вот, и все натирала мое лицо специальным таким маслом, жожоба, органик покупала в таких штучках, в общем, все маслила. Тело, в общем, тело оливковым маслом намажу, пропитается, волосы намажу оливковым маслом. Ох, не такое дело. Лицо. В общем, вот так вот. Это специальный рыбий жир. Там, в общем, думаю, как-то я так все у меня такое вегетарианское. Ну, там рыбу, конечно, рыбу, креветки, это, конечно, да. Но. Такие вот дела. Кстати, мы с моим бывшим мужем по-ридански достаточно часто, ну, по обычным меркам, достаточно часто, наверное, раз в неделю, даже чаще, раз-два в неделю ходили в рестораны, вот,
Это там в ресторане Билли Гранта. Там огромное количество людей должны было меня видеть, в принципе, ну так люди, как бы, и знать, и видеть. Так что вот, ресторан Грант, а вот Вест Хартфорд, Коннектикут, USA, а также ресторан Брика. Вот, потом еще ресторан, который больше, конечно, количество раз мы ходили в тот ресторан, где совладельцем этого ресторана был мой бывший муж, Перри Дански. Так что имейте это в виду. Там такой еще мужчина, тоже совладелец, как его звали, Кис. Как-то Кис его звали, такой в возрасте мужчина. Потом он женился на той женщине, которая оформляла мне банковскую карточку. В общем, это Bank of America. Вот, мы к ней ходили. Я к ней неоднократно ходила, ну, по банковским делам. Тоже Вест Хартфорд, там на углу. Знаете, не доезжая вот на этом углу, сразу слева. На парковочку машину поставил. Так что потом эта женщина средних лет вышла, я так поняла, ну, вроде как сказали, что он на ней женится. То есть вот так вот Перри мне сказал, что вот они как-то вот теперь там, в общем, вот так. Так что за вот этого мужчину. Вот, а также мне Перри сказал, что когда этот ресторан за долги, в общем, как-то он не приносил прибыль, пришлось это продать. В общем, огромное количество денег он вложил, вот, но не получил от ресторана. В общем, он не получил никаких денег, когда ресторан был продан. В общем, вы там посмотрите. Ну, вы понимаете, да? Так что вот. Так что и в этом ресторане, как там, работал этот муж, за которого она потом вышла замуж, этот... Как его вспомню, скажу, такой высокий, Кимберли, вышла замуж за этого высокого мужчину. Так что вот, работала он в этом ресторане. Как и вот эта Кимберли, я там выкладывала на мою страницу, это знакомая Перри Дански. Она тоже вот в этом ресторане подрабатывала, работала официанткой. Вот. Как там, Ким Сигнор, да? Наверное, этот вот Сигнор, за Сигнора она, в общем, Ким Сигнор. А так мы даже были на этом концерте, где Ким танцует на сцене. Танцует, были в зале, смотрели, товарищи, кто меня помнит, товарищи американцы. А также мы с Перри ездили, ну, он меня возил на машине. Я сказала, что хочу там, в общем, фэн-шуй, на курсы фэн-шуй. В общем, кто меня помнит, на курсах фэн-шуй. В общем, вот так вот. А также на курсах Нарбекова. На курсах Нарбекова я там была в Нью-Йорке. Товарищи русские-американцы, кто меня помнит, на курсах Нарбекова в Нью-Йорке. Вот. Такие вот дела. Я просто вам хочу сообщить, что я вот поменяла мое имя, отчество и фамилия. Вот теперь я Татьяна Салмановна Мактум Сейфуддин. Ну, вы понимаете, да? Великолепно. Великолепно. Так что мы достаточно часто ходили в рестораны. Я вам уже сказала, и в Америке в ресторанах были. Ну, и когда путешествовали, тоже были в разных ресторанах. Так что вот, кто меня помнит, фотографии я вам... Вот уже выложила, и видео мои выкладываю. Так что вот. И в парикмахерскую там ходила, и волосы, и стричь, и красить. Что еще? А уж сколько я ездила в магазины, органик-магазины, вот эти вот, ближайшие. 2 раза в неделю. Вот. Так что вот, кто меня помнит в магазинах? Кто меня помнит в магазинах? Ну и, конечно, в спортивном клубе. Это в первую очередь. Помню, в 2004-м, да, наверное, я только записала. В 2004-м. В общем...